Добрый день всем-всем-всем. Добрый день. Я в Банско. Видите, сзади меня какая архитектура. Вот папа стоит сзади. Мы сейчас едем в лес. За нами заедут мои друзья. Ира с Вадиком. Вы с Ирой знакомы. Вы помните ролик, где я гуляла с собачками? Она прятала ежика от собачек, уносила в лес. Вот это Ира. Она нас повезет. А вот это папа, помаши ручкой. Генрих Яковлевич, мы сейчас отправляемся. Мы нынче отдыхаем вдвоем. Вот так. Вот я завидую папе, что он вот эти картины видит впервые. Снег еще есть. Наверху, конечно, холодно. Сегодня обещали ливни с грозой после 4. Сначала после 11, потом после 4. Ну и вообще, будет ли оно, нет, непонятно. Ну, солнце как-то уходит. Небо вот такое у нас. Вон и Ирочка. А вон Ира приехала за нами. Здравствуйте. Мы вот так вот, мы так идем. Ирка, скажи привет всем. Вадик, помаши, скажи всем привет. Всем привет. Это... Во, какая речка у нас. Все. Едем дальше. И приехали на поляну. Называется Бендерышкина поляна. Пинкет. Это первая станция. На ней выходят люди, идут кататься здесь, пониже. А остальные, кто хочет, прямо на уровне экстрима, едут еще дальше. Снег еще лежит на горах. А вот это... Стоят пушки, которые набрасывают снег, когда его мало. Вот сюда въезжают кабины, оттуда люди выходят. И мы сегодня поднимемся еще выше. Вот, природа. Тут ветерок, но сегодня тепло. Сегодня день очень теплый. Ай, красота какая. Вот к нам пришла собачка с нами сфотографироваться. Вот тут такой вот мишка с шариком. И вот она пришла и вставала рядом. Все, нагулялась. Пошли гулять. Вот собачка, она очень что-то хочет, но у нас ничего нету. Во! Памятник горнолыжнику. Папа пошел к памятнику горнолыжнику. Вот. Мы поднялись еще выше. Вот папа стоит, тут снег. Вот смотрите, куда уходит трасса. Вон туда уходит трасса. Во, куда? А мы поднялись. Сейчас я вам покажу. Папа смотрит. Посмотрите, виды какие здесь. Вау! Вот где мы находимся сейчас. А вот это то, где мы были сейчас. Вот. Вон там озеро искусственное есть, водоемчик. Это то, где вот собачка гуляла. Вот. Где мы сейчас были. Вот наши гости. Это мои друзья. А это мама Ирина приехала с Харькова. Сейчас тут находятся. Вот так вот. Вау, 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 вау. О, какая красота. А вот снег. Во, где папа стоит. Вот подъемник. Видите, вот оттуда люди садятся и едут вот так, 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 так. И вот до туда. Вот смотрите, вот это там, вот там далеко, сейчас пальцем покажу. Пим, это начало трассы. И вот туда взбираются и едут оттуда. Вот смотрите, вот я сейчас нахожусь на трассе. Летом тут ездят машины, а вообще это трасса. Вот это едут и вниз, вот туда. Вот мы сейчас с вами стоим на трассе. Вот это все, это трасса горнолыжная. Илюха мой тут катается. Речка горная, чистейшая. О, как. Вот это первый репортаж в этом сезоне. Всего всем самого хорошего. С вами была ваша Галя.